остается в скобке. Мы не должны взращивать наших лидеров личности и авторитаризм. Мы в ответе за своих лидеров формальных и неформальных. Наша правящая политическая номенклатура является порождением нашей социальной незрелости, функции нашей способности к саморегулированию. Никто, кроме нас самих, не может быть виноват в наших проблемах. Еще Аристотель говорил, что не может называться гражданином человеку, у которого не хватает времени на управление своим государством. Это в полной мере относится к нашей сегодняшней проблематике. Государство – это мы с вами, и только от нас с вами зависит, каким будет наш социальный ландшафт. Спасибо. Ваше разрешение? Спасибо. Я предоставлю слово своему однокашнику, коллеге Сергею Иванову. Оглянемся кругом, мы увидим, что кругом нас как бы распад и разложение. Прежде всего распад социальных и общественных связей. Совершенно очевидно, что то, что делает человека человеком, его политическая связь с другими людьми, она методически разрушает. Наша, так сказать, жизнь, которая нас окружает, представляет собой механизм переработки, собственно говоря, этих связей и людей в какую-то однородную массу человека и единицы. И, естественно, любой человек, который пытается сохранить в себе человеческое сегодня, он подвергается воздействию, которое призвано его лишить этой, собственно говоря, человеческого достоинства. Мы сегодня собрались здесь. Да, конечно, это очень маленький такой шажок, но тем не менее это некоторое действие, которое мы предприняли, которое позволяет нам надеяться, что, быть может, кто-то еще сегодня, да, желает быть человеком, не желает превращаться в аморфное человекообразное, так сказать, в эту массу, так сказать, единицу. Я призываю вас всех к тому, чтобы мы, объединяясь друг с другом, да, консолидируясь именно в качестве людей, да, попытались стать великим здоровьем нашего народа сегодня. Вот, собственно, все. Спасибо. Давайте, кто хочет выступать, прямо можно вот называть имя, если он
Это не поможет, здесь маску не дает. Бакасик. А вот, там и долго. Ага. Ну что? Бумаги. Не-не, там пол нормально. Ну выдерни и засунь обратно. Не выдерни. Ага. Алло? Алло. Здорово. Пойдем, что покажу. Сейчас, подожди секунду, сейчас меня тут, видишь, меня оформляют. Тебя оформляют? Тылы мои оформляют, видишь? Сзади посмотри на меня. Мы пойдем тебе тоже вариант оформления покажем. Прямой эфир. Хорошо, хорошо. Все нормально, да? Никаких проблем. Сейчас. Не шевелись. Сейчас закончите, ребята. Повесить меня. Это дело для нас новое. Необробованное. У кого? Я его знаю. Цыганка. Ну а будет держаться. Все, спасибо. Ага. Все, спасибо. А, пойдем. Все, приехал. Здесь рядом? Нет, вот, вот. Смотри, пустое место вообще, вот в районе столба. Ну давай я пока подойду, пока поснимаю, чего люди говорят. Он ракеты не хочет фотографировать. Аппарат, наверное, едет тренироваться. Ну чего, где ваша? Креатив. А то пока ракетные установки ваши. А сейчас мы сюда подъедем. Это еще не где мы. То есть ракета это не ваш еще, да? Ракета это еще не ваш креатив, да? А, вот там. Ну сейчас пойдем поближе посмотрим.
Так, куда после ты поехал, блин? Сейчас там нельзя останавливаться. Так, пока маленькая пауза в трансляции. Ты видел, какой фон поехал? Я видел, видел. Я думал, ракеты это ваши. На этот раз нет. Сейчас.